Для начала открываем пациента. Начинаем повторный анализ. Выделяем шумы максимально широко, чтобы потом меньше времени проводить с проблемными участками. Все делается еще, когда принимается холод на компьютер. Здесь все спокойно. Кардио оставим. Не все. Или шумов. Теперь входим в шаблон и сразу меняем жлучковый экстракристалл, правим горячий клавиш для изменения экстракристалла. Есть инструкция, это клавиш X. Факт особо не лезет, паузы сейчас осмотрим, но скорее всего это проблема с удалением комплексов. Поэтому паузу сейчас сразу переносим в артефакты. Дальше переходим, смотрим, переключаем измерение на одном комплексу. Смотрим максимальный ЧСС, у нас ТХРД. В желудочках красист, прямо на желудочках я не вижу, на экстрасистов, поэтому шаблон на жучках экстрасистов получаем как норма. Теперь у нас самая сложная эмбриональная часть, у нас есть уже 3800 экстрасистов, но у нас есть низкоамплитудный желудочек экстрасистов, который не смогли автоматически выделить. Мы заходим опять в таблицы, находим минимальный ЧСС, здесь обнаружено 30. Щелкаем его двойным щелчком и появляется у нас участок. Для того, чтобы выделить экстракт, нажимаем клавиш N на клавиатуре и переносим X, переносим в экстракт. Нажимаем пробел, чтобы перейти к следующему такому участку. И дальше все зависит от того, как много у нас таких искомплектных экстрактов есть и сколько времени мы готовы на это потратить. Просто наводим курсор мыши туда, куда нам нужно, нажимаем N и X.
Зайдем до 3000 страсил и остановимся. Будет достаточно. Переходим 5, ставим на 10, чтобы красиво у нас все было. Находим желудочку и 3 мини для того, чтобы их показать у нас в распечатку. На печать. Находим максимальный час этой херди на печать. Находим какой-нибудь минимальный час с. Сорок девять, 47 на 5 брадиарди у нас есть. Переходим в шаблоны. Так, это у нас. Так. Переходим в фильтр желудочек страсистого. Смотрим желудочек страсистого. Отмечаем на печать, что оно. Несколько морфологий на печать. И в принципе все. Теперь можем зайти в отчет, сделать экспорт, принять. У нас автоматически формируется отчет. То же самое, как печать, только делается это все в текстовый редактор. Либо можно было сразу написать. Так, и теперь, если бы у нас не было этих желудочных экстрасистов, то мы, в принципе, закончили анализ.